Шакшука – ближневосточное блюдо, которое готовят в Израиле и странах Магриба. База у всех одна – яйца, приготовленные в соусе из томатов, перца и лука. Отличаются шакшуки лишь дополнительно добавленными пряностями. Используют кумин, шафран, кинзу и семена кориандра, лавровый лист. Нам понадобится 3 яйца, 2-3 спелых томата, 1 сладкий красный или желтый перец, соль, свежемолотый черный перец, 1-2 чайные ложки сахара, растительное масло, 1 луковица, щепотка сухого чили, кумин. Порезать лук, томаты, перец, щепотку кумина немолотого. Обжарить на сухой сковороде до потрескивания и появления интенсивного запаха. Влить масло и сразу добавить овощи. Помешивая, готовить 2-3 минуты. Убавить огонь, влить немного воды и томить 6-7 минут, пока вода не испарится почти полностью. Вбить яйца, приправить солью и перцем и готовить еще 10 минут на слабом огне под закрытой крышкой.